Я вас всех приветствую. Как вы знаете, скоро должно выйти новое топовое обновление, в котором добавят много чего интересного, очень сильно изменят карту, будут новые системы, новые машины. И сегодня я вам хочу показать все спойлеры будущего обновления и скажу вам точную дату, когда оно должно выйти. А выйдет оно реально, ребята, очень скоро. Так сказать, хочу вас немножко замотивировать ждать обновления, копить бабочки, потому что я считаю то, что это будет реально очень сильное и топовое обновление, поэтому мой вам совет его не пропустить. От вас, ребятки, конечно же, хочу видеть хорошую активность. Ставьте лайки, подписывайтесь. До 25 тысяч подписчиков осталось совсем немножко. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, ребятки, не хочу затягивать. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Итак, ребятки, первое, что бы я хотел вам показать, это, конечно же, система угона автомобилей. Подобная система была когда-то давно на проекте, но она была неинтересная, сырая, однотипная. Но я думаю, то, что в этом обновлении ее сделают очень классно. Нам уже показали, получается, вот такой скриншот, в котором мы видим систему взлома автомобиля, как она будет выглядеть и как она будет работать. Также, помимо этого, на скриншоте мы видим новые автомобили. Это Audi RS7 и Audi Q8. Ну и, конечно же, на заднем фоне мы видим новое здание 8 бит, которое вам тоже чуть позже покажу. Также Федячу на своей странице ВКонтакте сообщил про систему угона. Система угона из идущего обновления создаст нереальную движуху для ДПС и нелегалов. Сама так называемая работа может приносить гигантские деньги обеим сторонам. Узнаете в обнове почему. А также горение жоп у криминалов. Как я понял, спам контрактов будет происходить каждый час, что может немного сыграть на бусте онлайна. Ловля, прохождение миссии, затем ожидание следующего спауна. Не успел поймать контракт на автоугоне, систему ограбления домов никто не отменял. То есть он имеет в виду то, что как бы на системе угона автомобилей можно будет много зарабатывать. Это, во-первых, будет жесткая движуха, то есть контракты будут спамиться именно каждый час. И, во-вторых, помимо этого, вы также можете ходить на обычное ограбление домов. Ну и вот вам видео, как будет работать система как бы автоугона, как это будет выглядеть и происходить. Ну а вот, ребятки, то самое здание 8 бит, которое как бы я вам показывал, но теперь оно в полном, так сказать, виде. То есть реально круто, такое необычное здание, уже такое, знаете, современная архитектура. Может, это будет как бизнес, хотя было бы, кстати, неплохо, потому что раньше клуб это был как бизнес, там можно было в кости играть, можно было выпивку покупать. Я считаю, это было бы прикольно, только нужно его как-то более-менее доработать, сделать его таким, чтобы он приносил как бы прибыль, чтобы был в нем смысл его покупать, понимаете? Следующее, что бы я хотел вам показать, это получается новый район, возможно, новая Рублевка, потому что дома здесь как бы необычные. Помимо того, то, что на этом скриншоте мы видим новый район, новые дома, здесь получается есть такая табличка, в которой написано то, что в области было замечено транспортное средство, которое числится в розыске. Марка и модель Mercedes-Benz E53 AMG в 210 кузове. И также указан номер данного автомобиля. То есть это система как бы угона, то есть когда вы будете, я так понимаю, уже машину воровать,
будет приходить в ДПС, либо в ППС вот такое сообщение, и вам нужно будет найти данный автомобиль. То есть вам не будет, я думаю, ставиться метка, вам просто нужно будет искать автомобиль, который подходит под эти параметры, и на котором есть эти номера. Но насчет этого района, то есть реально это очень круто, то есть реально здесь появятся новые дома, которых нету как бы сейчас нигде. И судя по пейзажу, который мы видим, данная темочка будет находиться именно в Батырево возле карьера. Следующее, что бы я хотел вам показать, это получается новый ПТС автомобиля. Его кардинально переделывают, и теперь можно будет смотреть историю владельцев. То есть вы покупаете автомобиль, пишите Карпас, и в этом Карпасе вы сможете посмотреть всех владельцев, которые владели данным автомобилем. Для перекупов это, я думаю, будет больная тема на самом деле. То есть теперь будет написана такая вот подробная информация. К сожалению, здесь нету почему-то гидравлики и неона. Я считаю, было бы неплохо это реально добавить в ПТС. Следующее это получается Батырево, ребятки. Да, изменят вокзал Батырево. Он поменяется просто кардинально. Новые дороги будут, новый вокзал. То есть на скриншоте мы видим то, что будет также еще отображаться реальное время в игре, именно на самом вокзале, на самом здании. Это реально тоже довольно-таки необычно. Вот этот скриншот на самом деле меня ввел в заблуждение. Я сам, честно, не понимаю, что это такое. Вроде бы это Яншан, а вроде бы это Южный. То есть на самом деле очень непонятно, потому что в левом углу мы, получается, видим Корякина. Корякина находится недалеко от Бусаева. С правой стороны в углу мы видим дорогу в Бусаево. Но как это все находится далековато. Если они сделают такое вот большое здание, на котором будет парковка наверху, где вы будете продавать автомобили, я считаю, то, что это будет реально очень круто. Следующий получается спойлер довольно-таки интересный. Это у нас получается Южный. И здесь будут вот такие вот горы, вот с такими интересными дорогами. Я на самом деле очень жду это обновление. Я просто любитель реально покататься, и на Мазинге нету таких мест, где вы можете толком подрифтить. И то, что добавят вот такие вот горы, блять, это прям просто, блять, мое почтение. Реально, мое почтение тому, кто это сделал. Помимо получается вот этих дорог, этих гор, мы еще видим два новых автомобиля. Это Аурус и получается Mercedes V-класса. Ну что ж, ребятки, переходим не к менее интересной части. Это получается тоже новый район, который будет именно в Южном. Почему Южном? Потому что, судя по пейзажу, который находится, мы видим то, что это находится где-то высоко. Где-то высоко в небе. Единственное место, где это может быть, по факту, это гора Южного. То есть, помимо новой дороги, как я вам показывал, скорее всего, там будет новый район. И район довольно-таки элитный, интересный, богатый и классный. Ну, а вот самый главный скриншот, почему я думаю, то, что это будет находиться именно на горе Южного, потому что мы видим то, что есть Останкино. Я думаю, то, что новый район находиться будет именно на горе. Возможно, именно там, где сейчас находятся дома администраторов, которые, реально, думаю, многим понравятся, и многие захотят там жить. Мне кажется, это будет самый элитный и красивый район на проекте. На данном скриншоте мы видим новую систему, которая будет, я так понимаю, либо в ДПС, либо в ППС. Это список срочных вызовов. Но здесь есть, ребятки, очень интересный спойлер, а именно то, что написано «Дом на холме в городе Южный». Я теперь с уверенностью могу сказать то, что данный район, который я показывал, будет находиться именно в Южном, на горе, на холме. Также, помимо этого, мы видим то, что будет явка с повинной, то есть можете прийти и сами сдаться, чтобы не идти там снимать розыск, либо чтобы вас никто там не ловил. Ну и последний спойлер, который нам показали на данный момент, это тизер нового обновления, в котором мы видели то, что будет система как бы угона автомобилей, будет новый автомобиль Audi RS7 и будет новый район на горе Южного. Срочный заказ на машинку. Сверху еще 20% с прошлого ценника. Насколько срочный? Настолько, что имеется окно в полчаса только завтра вечером. Свежая RS7. Защита серьезная. В любом случае, понятно то, что данное обновление выйдет уже совсем скоро, а именно 15 марта выйдет данное обновление. Об этом сказал Рудоль в своем телеграм-канале. Поэтому, ребятки, 15 числа, то есть 15 марта, будет 8 лет проекту Amazing Holy Play. Прикиньте, 8 лет просто. Именно в этот день выйдет обновление, которое я вам показывал. Помимо этого, я думаю, еще что-то добавят. То есть нам показали не все, что будет в обновлении. Я как бы в этом уверен. Поэтому мой вам совет просто ждите, копите деньги и просто залетайте в день обновления. Я думаю, будете приятно удивлены. Вам очень все понравится. То есть обнова реально будет топовая.